Пум-пум-пум-пум-пум. Я не могу понять, чей телефон. Хотела сказать, выходишь мне под телефон. Итак, ребята, идет уже запись. Матюки прекратили обсуждать коллег, которые не поехали тоже. Ну что, ребята, как первая ночь прошла? У меня супер, спала как никогда, как младенец. Отлично. А те, кто первый раз приехали сюда, вижу, совсем у них без настроения что-то. Сейчас поднимется настроение. Нам кто-то идет, к нам идет администрация, доброе утро. Как вы там после ночи? Танцев. Нормально? Нормально, только спина болит. Ничего себе! Что там? Ну, кого ночью у меня спина? Что ж ты ей рубила? Вопрос. Сейчас на волейболе разобьем. Надо накрывать жестко. Я спиной двигала. Наверное, накрывать жестко. Кто-то еще что-то скажет? Свое оправдание? Нет. Да. Ночь ужасна. Боже, спать плохо. Ночь. Я не поняла. Ночь вот так, некоторым еще что-то не нравится. Ваша ночь такая была жаркая. Оксана Викторовна, да? Холодная, и я укрылась до головы одеялом. Жаркая, душная. Не знаю, лично по мне, я просто не лично там накрылся. И все. Все с вами понятно. Что вы скажете свое оправдание? О, наконец-то умное решение. Наташа, переплетать не было. Алло. Да. Говорю, что вы скажете свое оправдание? Волосуха. Мистер Спартакиада. На завтрак пора. Правильно. Внешний вид